третья держу. Сегодняшнего приза Шпиль показал резвость 2 минуты 18 и 5 секунды. Награждение победителя проводит виновник торжества, наш юбиляр, мастер-наездник Сергей Николаевич Матвеев. Мы сердечно поздравляем и победителя заезда, и нашего юбиляра. Юбиляру желаем крепкого здоровья, убедительных побед, большого профессионального мастерства, личного семейного счастья и всего самого хорошего. Ну а сегодняшнему призеру еще много ярких, красочных побед.